Привет, дорогие друзья! Играем в Dungeon Siege 3. Эй. Меня зовут Ира, и та у нас Дизипта что-то. Дизипта Зибан 7-7. Здоровается с вами, да. С величественным именем. Да, и мне кажется, что мы у нас все-таки в который раз, но мы опять об этом скажем, наверное, это последняя серия. Нет, ну, по крайней мере, в сюжетной ветке. Да. Так, нам надо в любом случае спуститься. Лифт! Подняться. Подняться. Спуститься да. Только в хоррорах. Угу, точно. Правая черешня. И Зена на фоне поет. Смотрела Зену Королеву войну? Конечно. Помнишь, там она иногда пела такие песни классные? Да. Не, Зена вообще... Зена была зычная. Надо пересмотреть будет. Правда, сейчас уже так смотришь, так лениво, блин. Потому что ты примерно помнишь, что ты смотрела-то. Примерно знаешь, что тебя ждет, или немного лениво смотреть. Ну и сейчас они, да, конечно, наивные, смешно смотрятся. Знаешь, вот сейчас вот этот вот «Однажды в сказке» выходит сериал. Я просто не могу его смотреть. Я смотрю только отдельные моменты с крюком. Все. Все остальные, они настолько убогие. Задарасяте. Что? Я так и знала, что она тут еще будет в помощниках 100%. Ну это ой. Смотри, клон меня вообще тут поздно сейчас зашатают. Не перепутай голос. Слушай, она вообще не вздохнуть, не пернуть. А смотри, они тут тактически похитрее, видишь, одна к тебе, другая ко мне. Они так... Щебануло-то хорошо. Я хочу, мне вот многого не надо. Коснуться только взглядом. Да. Вот эту сферу не попадайся в нее. Я уже понял. Господи, что за взрывы? Я, блин, огребанный телефон. Меня печалит то, что нет этой самой. Кого? Полоски жизни! А, да, это вот эта печаль, конечно. У нее, по крайней мере. Так то есть это мы должны сначала этих дурочек ушатать. А так их тоже не показывают. Не, у них просто... Чё ржёшь? Сфера... 3000 кого-то снесло, вот этой второй помощницы. И у неё даже не пожелтело. Капец. Ой, ё-моё. Где я? Вообще не понимаю, они все так на меня похожи, эти бабищи? Защиты. Ищи по желтенькой сфере под собой. Так они не отображаются, но всегда почему-то отображаются. Вошло. Где? Да, что такое? Чтоб встала. Вот красный, одна красный, готова, да. Сейчас войдет ей. Все, орбитальное падение из нее вывалилось что-то классное. Огненный копье. А, это для мужиков. Да. Огненный копье у тебя. Ой. Вошло. Лови копье. Все, готово. Хи-хи! Пойди! Заколка какая-то там золотая. Заколка призрак. Да ты посмотри, сволочь, убежает. Словно опять сбежала, да? Так, ладно, давай сейчас посмотрим. Победить. Сейчас посмотрим. Как мы за ней будем гоняться? Слушай, может она там еще кого-нибудь придумает? Огненное копье, смотри, 112 ловкости плюс. Рок плюс 115, хаос, огонь плюс 45, но атака минус 66, воля минус 99, возмездие минус 75 и оглушение минус 70. Ого, ничего себе. Не, существенная разница, конечно. Вообще. Ну, только так, ловкость очень сильно влетает. И крит тогда будет какой? Ой, не туда. 28, ну несущественная разница. Не, все-таки вот это вот копье, которое мы с тобой зачаровали, точнее кувалда, она пока что самая-самая, как-то не странно. Да. Ну за счет этой зачарованности своей. Ты посмотрела? Подожди, не убегай, подожди. Я ж ковыряюсь. А, ты еще ковыряешься? Да. Ой, пардоньте. Че ты там бьешь-то? Да уже все, всех побило. Че там кто-то был? Там два каких-то заблудших дурачка. Не, фактически все, что у меня сейчас стоит, оно уже круче не будет.
Я слушаю, хорошо, что зачаровали, потому что без зачарования, честно говоря, вообще бы была бы беда. Рок и возмездие, конечно. С напару с ловкостью. А так и выносливостью. Да, да, да. И все перечислила. Какая-то фигня. Да не бери. Священный гато. Музыка, конечно. Вау, такие ворота. Захороняешь. Зыбка, зыбка, да. Тук-тук, мазафака. Знаешь, сюрприз, да? Все выше. Сейчас крыша пафосная какой-то, знаешь, как в старых играх. Все на крыше были. Ты когда-нибудь играла, кстати? Ну, крыша, да. Ты когда-нибудь играла, кстати, была на Сеге, кажется, если не ошибаюсь. Игра такая Варлок. А, нет. Ну, я слышала, по-моему. Поиграю, она очень классная. Очень сложная, но очень классная. О, что-то там. В старых играх реально все заканчивается. Там какая-то кувалда еще, а мне не взять. Ну, сейчас давай что-нибудь выкинем. Можно выкинуть геройские гата. Мужиков, а, вот у мужиков можно, до свидос. Так, сейчас я ушла смотреть. Где оно? Атака плюс один. Воля минус 109. Да, ну это смешно. 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 Кстати, давай сейчас тогда выкинем все, что не нужно, чтобы если вдруг найдем. А я уже повыкидывала штук 10, наверное, выкинула. А, ну ок. Ну, мужицких. А что это там такое? Ускоряющий солярат. Я не думаю, что что-то хорошее. Да, калоши, по-моему. Ну, ловкость прибавляют калоши. Да, вот, кстати, да, в современных играх все ниже и ниже спускается, а в старых все выше и выше нужно было. Я помню. You have defeated my archons, crushed my soldiers. Да ты вообще уже свистишь, мадам. Тебя уже скворечник можно открывать. У меня копье! Ой, я же говорю. Я тоже так умею, не напугаешь. Да что ты легла так, господи, Катюша? Я заберу за твое копье. Давай, ты... Битва за копье начинается. Ой, что-то меня заключило. Что-то меня вообще капец. Телепорт гребаный. Гребаный вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, я... А, это... Ну, короче, она меня немножко шатает. Сферами. А? Да, блин. Самое ужасное, что они падают и лежат, да? Это мадам, нахренаси. Да беги. Слушай, ты отсюда, господи, что. Слушай, я не знаю, как ее бить. Я не успеваю даже банально что-либо ей сделать. Надо собаку на нее согреть. Так, да, собаку, кстати, отвлекать немножко. А не, у меня не хватает маны, блин. Мне пострелять. Да вставай ты, чё. О, вовремя. Пас, собачка. Ой, сейчас зашатает. Сейчас все упало. Упало? Черт. Собачки, отвлекайте. Блин, она же телепортируется. Давай, пока она летит. Отходи. Не беги. Сволочь, что она на меня тут только? Что, завидуешь моим космом огненным? Блин, как больно. Блин, она еще вот этот, как его... В паралич вот этот вводит меня. Так, она сейчас приземлится, и это будет очень приятно. Ой-ой-ой, как она. Все, опять упала. Она на меня агрится, смотри. А, быстрее. Не успеешь. Давай. Не, успел. Офигеть. Еще бы чуть-чуть. Да, смотри, вот смотри, вот как же с ней жить. Да вообще капец. Я ее издалека. Только сферами. Сейчас мы хотя бы чуть-чуть замедлить ее.
нашла против нее тактику. Чуть-чуть, но. Нет, сейчас зашатает, сейчас зашатает. Уходи, лечить быстрее. Пытаюсь. Немножко да. Сложно. Ой, блин. А что, да? Все? А, сейчас зашатаем, смотри, чуть-чуть осталось. Иди в жопу. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, блин, чертова истеричка. Шизофреничная. Давай. Не успею. Ладно, я поняла, как она шатается. Просто я до этого... Ну, главное, что это возможно вообще, в принципе. Потому что с этим ряженкой, помнишь, как это было? Да. Фу, куда хоть надо-то? Сюда. А. Ничего, сейчас справимся. Сейчас опять полтологии. Так, подожди, может, я сейчас посмотрю что-нибудь интересное? Может, раз она меня так дрючит, надо что-то на защиту взять. Вот у меня как раз доспех есть. Там, конечно, понижается этот самый крит, но зато... Крит очень понижается. Так. Смотри, другое оружие, сволочь. А там у тебя что-то хорошее развил? По-моему, нет же, нет? Ну, сам факт. Ну да. А если я взяла, и мне нужно было бы, а я умерла? Потом ты и соль. Да, ладно, короче, все. Бла-бла-бла-бла-бла. Ой-тю-тю-тю. А пошла, ты знаешь, куда? Надо ее останавливать, надо ее замедлять хотя бы немножечко. Все, чем только можно. И вот парочку вот этих самок, на самом деле. Кого? Чего? Он сейчас зашатает, сволочь. О, господи, это ее телепорт дурацкий. Да вообще капец. Ой, ёлки. Ах ты сволочь, а я в нее стреляю, она мне сзади появляется. Ты посмотри, что делает. Собаку вызови, если успеешь. И сейчас попробую. Сейчас она, кстати, как раз летает. Угу. Да беги же, беги, беги. Тот момент, когда собаку вызывала. А, тебя зашатали, блин. Угу. Ой-ой-ой, беги, беги, беги. А, сволочь. Не, сейчас она мне не даст, она будет агриться на меня как-то нормально. Угу. Сейчас зашатает, сволочь. Капец, она вообще... Я, причем, когда собаку вызывала, она... Быстрей! Ой, ой, спасибо. Да иди ты в жопу. Только к ней повернешься. Блин, у меня баба как-то целится очень плохо. У меня проблемы явно с этим. Отвали. Просто вот, просто зрись. Я взлечу тоже. Не то, что прям много я сняла, но... Но все равно хоть по чуть-чуть. Так, так. Так, куда так делась? Когда она взлетает, надо сразу убегать с этого места. Где бы там ни стояла. Она может в любое приземлиться, меня сейчас защитает. Нет, не защитают. А, офигеть, у меня забрали все сферы за лечение, но при этом не вылечили. Странно, почему? Потому что дебилы, предатели. И у меня теперь нет сфер, просто чтобы обычную регенерацию включить. Меня зашатали. Сейчас, сейчас, нет. Отлично, просто. Так, иди к черту. Ты бегаешь быстрее, чем уворачиваешься. Да-да, я помню. Ну, сложно, потому что... Да, черт бы тебя подрал, дура. Сейчас она взлетит. Во, взлетела, взлетела, давай встань. Бежим, бежим, бежим. В разные стороны, причем желательно. Да нет, вставай, ты что-то любишь. В общем-то, не очень желательно, потому что иначе, как бы, это самое... Ты издеваешься, что ли, домой баба? Так, издалека, 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 по возможности. Я сама себе говорю. Давай 3000 скибей. Сейчас зашатаем.
Да-да-да. Ей, копьё! Юху! Да наплевать мне. Give yourself up, and we'll treat you with respect. You mistake me. I do not concede defeat to the Legion. So you need not offer terms. My gods have not abandoned me. Not yet. They dance like shadows at the corner of my eye. And they whisper in my ear. I will go before the gods of my mother. Appeal to them for aid. And call her fallen sisters back from death. And when I return, we shall drive you from this kingdom that is mine by right. Как же глупо ее оставить живой было. Ой. Ой-ой-ой. Наши. Наши, господи. Я сразу драпать. Vanished. She went to find her mother's gods, to appeal to them for help. Удачи. They are long dead, unless she means... The forest, the place you call the Mournweald, it grew from a seed of the first creation. Perhaps it contains an echo of our gods. Сейчас сразу нам пора идти. She thinks she can restore the other Archons to life with the help of her gods. Our legends say that no Archon could ever truly die. Their fires could always be kindled again if our gods willed it so. Ну, они, конечно, захотели. If Jane restored them all to life, she would have an army behind her. Как там, золотое чадо какое-то там, как оно там звало? Юнец-то этот, ты имеешь в виду? Так, ваши боги живы? Так еще с богами, представляешь? Any fragment of the first creation would contain all the power of our gods. And perhaps a remnant of their minds as well. They would only exist as a potential, a possibility. But even in such a reduced state, they would be strong. And this seed, could it take the form of a tree? I don't know. None of us were able to enter the forest, except for Jane's mother, and Jane herself. But I suppose it would take an appropriate form. We've got to follow Jane. How can we get to the Mournweald from here? Jane built this place on the ruin of a Legion stronghold. I've seen one of your causeways in the dungeon below. The gate was hidden behind a locked door, but Jane entrusted her handmaids with a key. I have it here. Martin, what about our army? Has the battle ended? We've won, but only thanks to you. A few of Jane's people surrendered, the others all fled. Jane's army fled? Where did they go? East, toward Drakenburg, the nearest town that Jane held. Her fanatics still control the church and all the towns of the east. If Jane returns with another army at her back, they'll probably flock to her banner again. Now that Jane has fled, where will you and your sisters go? We shall watch and wait. My sisters may not all believe. But this battle doesn't only chart the course of your kingdom. It also foretells the future of our race. Do we follow Jane, the first sister of old? Or a new road led by the prophet who walks at your side? Yay! You mean... Идите за мной, у меня есть копье. Yes. You may not remember your life before, but you challenged Jane's mother in the Mournweald. For that offense, you die. You were called back to life with purpose. As the harbinger of Jane's fall, I believe that you were meant to take her place. Так эта игра была про меня! А чё копьё не дали? Can we take the elevator down to the dungeon? Когда кнопочки не потыкают? Yes. No need to stop in the chancel. It will take you all the way to the dungeon below. Нормально. I'm with you. Let's go and see if this causeway is still intact. Человеческим путём не пускают. Извините, она может с кухни прийти в комнату по карнизу, подойти к двери, начать орать, чтобы ее выпустили. Наоборот, да? Ой, дурные. Да, кошаки, они смешные. Так, ну чё, унизы. Унизы. Сколько у нас там по времени? 20 минут. Не, ну все равно приятно, знаешь, какое-то такое удовлетворение. То,
просто. Ну что, что это реально, да, вообще? Что-то мне. Тебе не кажется, что она как-то совсем темнеть. Можем за это самиксовать. Темнеть. Мне кажется, мы как-то ниже спустились, чем вот, нет? Да, ниже. Что-то там золотое выпало. А от Микха что это? А мне не взять! Почему не взять? Не переполнено все, переполнено. Это оружие от Микха, да? Наверное, сейчас подожди. У нас теперь все всякое золотое выпадает. Слушай, а посмотри, у тебя, может, есть какая-нибудь фигня, которую тоже можно удалить и его себе? Ой, это какой мне больки дал. А, геройский гата в перчатках. Да, у меня там тоже половина, надо выкинуть. Геройский гата? Зеленый. Ага. Да. Усиленный гата убежище. Так, сейчас я у себя ищу. Решительное одеяние зеленое броньки. Решительное одеяние. Зеленый. В тапках соляраты ярости, сапоги ярости. В тапках собирают я. Зеленые. Ага. Зеленые. Оглушающие огни резвости в красных бусиках. Сейчас, подожди, я тоже у себя поудаляю всякую хрень. Хорошее объяснение. В красных бусиках. А что за то это? Ёмкое. Оглушающий огни резвости. Синий. Так, а в бусиках что там было в бусиках? Оглушающий огни резвости синий. Угу. Так. В синих бусиках неукротимое искра мужества и неукротимое сияние. Вот, а неукротимое сияние вообще 15 этих стоит. Так, да на самом деле я штук 20 уже удалила, так что можно. Бери, что там у тебя. От Микха у меня, смотри, Адити, которая у меня стоит в синих бусах, и от Микха. Тоже туда же попала, но она как-то хуже. Слушай, у меня такое ощущение, что на самом деле всем героям дают что-то золотое вот тут. А, ну этим мужикам двум и все. Ну, да. Мужикам можно продать, конечно. Тут я понимаю. Ловкость, конечно, минус 72, но зато плюс 12 атака, плюс 115 рока, и попробуем. Фурмана непонятный какой-то. Ловкость, конечно, жалька, но... А, у меня, видишь, все на ловкость дают. То есть у меня вот это Венердахати у меня на ловкость. Ой, на атаку и рок. То есть рок как бы к ловкости, да? А вот это от Микха, она дает ловкость и волю. Но понижает атаку и рок. Смысл. А, понятно. Они друг другу как-то противоречат. Mm-hmm. У меня там что-то еще было из шмоток на рок. Ага, вот это вот было. Защита и жизнь, мне кажется, очень-очень маленькие, но зато у меня рок большой и крит. Ничего такое. Что-то там еще валяется. А, мечка. Сохраняешься? Да. Смотрю, куда. Ну, куда-нибудь. Уже не суть важно. Да я что-то не поняла, сохранила или нет. Все, сохранила. С нами Мартен идет, это хорошо. Угу, да. Ну хоть какая-то подмога. Хорошо. Там, кстати, сзади магазин был. Опа! Здрасте. Харька. I consider his offer. You won't have another chance to buy weapons or gear before you face Jane. Ну ладно, что там у тебя? Кстати, можно было ему все продать, черт. Ну кто же знал? Ему-то подороже будет, повыгодней. Че это был за звук? Да я себе уши отгибаю. Наушники. У меня слишком болят. Мои уши. Они почему-то скрипят. А представляешь, как они меня прижимают, если они даже скрипят.
Мне даже скрипели, говорю, они мне тоже очень больно делали. Я поэтому, когда купила вот эти свои, я говорю, заплакала. Я, по-моему, тоже заплачу скоро. Что-то мне подсказывает, что да. Ой, мои ухи. Так, а что у него, собственно говоря, опс-чи есть? Не, об чем? Интересно. Такая тишина, и зависли такие вдвоем. Да. Блин, у меня вот эти вот неукротимые шпильки всякие, которые на голову. В голову. В волосы. Заколки эти всякие. В шумполами в ухо. В ухо и в глаз, да. А, господи. Какую-то фигню продает, чувак. Я сумасшедшая Ира, игромагика со сдавленными ушами. Я плохо соображаю. Так, у меня только случайно не продай, ладно, а то я вроде как. Хорошо. Ты знаешь, как я буду экспериментировать. Как можно страшные пытки устраивать? Наденьте наушники. Чё-то за наушники такие жуткие. А что-то я, слушай, я забыла, честно говоря. Вот я сейчас буду снимать, знаешь, какой скрип будет, я тебе потом скажу. So, one way or another, this is the end of our road. Не помню, какая фирма. Stay here, Martin. Someone needs to take charge of this fire. I thought you might say that. Не, рекреатив хороший, я их люблю. Не, вот у меня были креатив, я говорю, они меня так уже сломали. Seems wrong, though. We started this journey together. Like to have been there at the end. Ну так давай. Да. You're a good friend, Martin. Take care. Чего мне было? Remember, out of all the survivors of the Legion, the Radiant Youth chose you. He appeared to no one else. И мне. I think you're well, and I'd follow you down any route. Мне главное, слушай, я пойду за тобой по любому пути. До свидания. Перекресток переходов, вот он. Сейчас небось пройдем туда, куда нас не пускали. И прошу заметить, это был односторонний портал. В смысле? То есть мы назад не сможем вернуться. А мы сохранялись? Да. После покупок? Не, после нет. Ладно, что вроде было? Здесь где-то сохраняешь было. После не было сохранения. Не, нам не туда почему-то. Я знаю, но вдруг там сохраняешь. Где-то. Там уже такое... Что такое? Нет, там не сохраняешь, там будет телепорт. А мне интересно, куда этот ведет? А, Рановиски. А, кстати, туда, в DLC-шку. Все так вокруг. Ты, кстати, когда-нибудь играла в Doom 3? А, да, но только я не проходила до конца. Я вспомнила, играла. Как выглядят там телепорты. Жестко вообще. Ты когда-нибудь путешествовала по прямой кишке? Вот так и выглядит. Но выглядит круто. Войдя в переход, вы переноситесь в руки. Да-да-да. После этой точки вы уже не сможете вернуться. Скажи еще раз так. Что-то пугаешь меня. Джейн здесь. Бегите! Ой, видела, как у него шея двигалась? Да-да-да. Ужас, вообще жуть. Страшнее, чем сама Джейн. Хорошо. Шрауд? Из Blood Rain? Шрауд? Шрауд? Огонь! Это не поместье Монт-Баронов, нет? Легионер,
It seems that you've arrived just in time for the end. Вы должны идти домой. Подожди, может они присоединятся к нам? Мне не важно. Я сомневаюсь, что они присоединятся. You should be with your people, Lazar. They need your leadership now. If I could reach them, I would. That path is closed to me. Сколько у нас, кстати, времени? He's right. It's the entire West Wing has collapsed. Returning to town is impossible. Кабум! We're alive, aren't we? Don't be so quick to give up hope. Hope? You think I should have hope? Look, the signs are all around us. Stars are dropping. Я говорю, надо было ее убить. Мы все умрем. Да, выглядит, конечно, пафосно. Заскриптовано, упорото, но пафосно. А, ты можешь сбросить. Головой думай. Или хватит ныть. Are you quite finished? I can get you to safety in the causeway. Causeway? But I thought only legionnaires were. А мы кто, блин, интересно? You are a legionnaire, and Lazar is under your protection, is he not? Возле зачарованный стоит. Пойдем. В обратную сторону, если чё. А почему показывают туда? А теперь туда. Странно. Чё, надо запутаться. Бегите, смерды. О боже мой, все разрушилось. О, бумажка, надо посчитать. Стекла даже разбиваются, прикольно. Ага. Не, вот это хорошо сделали сейчас. Разрушающееся здание. I've always wanted to do this. To travel by causeway like the legionnaires of old. Ну так иди, что треплешься. I'm happy for you. It would be a shame to get this close only to die. Я бы не болтала. Что... я всегда мечтала, я бы сразу юркнула туда, потому что все обваливается, потолок падает на голову. Да, стоит рассуждать это вообще. Here, take this key. You'll need it to unlock the door downstairs. Until our paths cross again. Hopefully sooner than later, hey? Скоро ничего пропало-то. Типа точка невозврата. Стена. Боже мой. Поворот не вписалась. Да. Она уже тоже, по-моему. Офигеешь. Это мы тут с собой бегали? Ну да, похоже на то. Фортель сюда, регион. Тенечки, помнишь, смотрели? Да. Фортель. Ну, нас понял. Сохраняешь. Слева. Вот. Ну, давай же. Что-то очередной раз. Все, пошли. Готовься, кстати, к тому, что я буду помирать на Джейн, потому что я взяла непроверенное оружие. Последнее испытание, и Джейн Кассиндер пойдет! И мы вместе с ней! Не, ну все так пафосно, все горит. Вообще прям. О, господи. Воу! Че это за бабища? Она будет нам присылать этих своих. Это из этого, из Among the Sleep прибежала. Да, кстати, похоже. Мама. Надо. Ой. Так, сюда. Мама, да. Сзади бежит. Бежит? Ух ты, даже не одна. Ой, и тут еще. Боже, так они тут повсюду. Обязательно. Они так падают, они прическа падают. Как будто бы. С них зеленушки много вываливаются, мне это нравится. Это хорошо, да. Ужас какой, как. Давай направо. Выглядит все, конечно, да. Не, прикольно. Падают они быстро, подозрительно. Да, какие-то, мне кажется, даже эти самые паучки с червячками местные так быстро не падали. Угу. Так, надо бежать. О, господи, боже мой. Что это за прокашка? О, боже, еще одна рукастая.
Забавно. Тогда рукастые и попастые, я бы сказала. Что такое? Не, она прикольная, слушай. Блин, ну куда ты приземлилась-то, дура? Давай-давай, бей меня. Бей меня полностью. Все. Зеленушка. Не, она симпатичная, мне понравилась, смешная. Быстро упала. Ну, упала быстро, да. Это не я, о чем? О. О, ты кто? Светозарный. Как он там? Джейн Кассендер is close. She found her way to the tree at the center of the forest, and she's waiting for you there. I came to warn you. She is not alone. Ну, понятно. So Jane did what she promised. She called the other Archons back to life. Yes, the Devas too. О боже, та, что ли, с руками, помнишь, Дева? О, блин, да, Дева. It hasn't taken shape. Not yet. Еще кто-то не принял форму? Реально? So those four-armed demons have a name. No one has seen a Deva since the dawn of the world. They serve the creator gods, just as the Archons did. Even then, they were said to be terrible, but not as monstrous as you see them now. What's happened to the Archons? Why do they look so strange? Honey. The power at the heart of this forest has been twisted and ruined. It can only give birth to monsters now. That is Jane's fault, though she doesn't understand what she's done wrong. Jane called something else back to life. Do you know what it is? Так испугана. Еще кого-то. Anything is possible here. Уже всех завалило, кого можно. Еще кого-то. This forest grew from a seed of the first creation. It's alive with the power of the old creator gods. Jane has tapped that power. She has used it wrongly. Yes. Три часа ночи, я не настроена такой. Да, да, короче. О, боже. Now, you can still defeat her. Jane lost her chance for redemption. Now she answers for all she's done. She cannot run from us again. She is trapped. The presence that is taking shape, it forced me from the grove. Its power is much older than mine. Пацан, у тебя чёлка, как у Чукова. But I will try to weaken Jane's allies, to stop as many as I can from coming to her aid. Ну, да, and I will be with you again before the end. Темнеет-то. Обморок. Обморок. У нас. Hurry. Whatever Jane Kassender has done, it is tearing the Mournwield apart. Так, прочный шлем. Ну-ка, я сомневаюсь, скажешь, что там что-то хорошее. Защита 69, но все остальное минус. Да, подожди, не убегай, не убегай, я же там. Так, а они ж прибежали тут. А. Я ж два шага. Где я? Где я? Да, два шага я сделала на следующего. Мужичка, который лежит. Слышь ты, рукастая дева. Заколебал от меня. Да чтоб тебя, не пускает меня в зону доступа. А ну держи-ка. Все. Ой, я застряла. Так, а у нас, кстати, между прочим, 40 минут уже. Мы только а что это такое? Что это такое, смотри на земле? Это из него можно взять что-нибудь. Угу. Аж две. Аж. Слушай, сложно. Да не говори вообще. Ай. Ой-ой-ой, зашатали. Нет, не зашатали, почти. Ой-ой-ой, ой, мне все аж залагало. Реально что-то залагало. Так, лечиться, лечиться не забывать.
Ты фонарь, что ли, в кровь? Ой-ой-ой. Ай-не, все, конец, конец, держись. Давай-давай, надоело уже, тебе уже конец пришел, девица. Сиськи! Неизменный нагрудник резвости. Да. Ну ладно, нагрудник я, конечно, возьму, посмотрю ради любопытства. Сомневаюсь, конечно, что там щит хорющий. А где он? Его не взяла? А не взяла, да, но вот он висит. Нет, не он. Ну да, фигня. Так. Че, может, сохранимся и давай следующую серию? Да давай добежим уже до куда-нибудь. Давай. Ой, водичка! Тут уже такие... Ой-ой-ой. Ой, боже, ой. Опять. Три штуки причем. Да, они сейчас везде будут тут. Да куда ты стреляешь, дура? Меня убили, офигеть. Мощневая попалась. Забавно на это смотреть, конечно. Да уходи ты быстрее. Чего они сдохнут? А дурочка, с переулочка. Такое все раскаленное. Перед Джейн все равно будет сохраняшек. Я надеюсь. Ну конечно будет. Ой, вот это плохо. В смысле, вот эти вот сферы? Ой, нет, там просто четырехуки опять. Бегут вдобавок к этим бабищам. Я опять нифига не вижу с этой камеры, дебильный. Ой-ой-ой-ой, все, и убили. Собаку создавала и убили. Я не могу даже туда толком подойти, потому что эта камера упоротая, блин, все портит мне. Пойдем сюда. Это что с той стороны, что с этой, как бы, знаешь. Да куда ты приземляешься-то, господи? Заколебали. Да что ты делаешь-то? Им бесит эти бабы. Могу прямо. Да. Не, они прикольные, конечно, но что-то их много. Ну, не знаю, я даже в них ничего прикольного не вижу, если честно. Так, ну уж помрёшь ты уже, наконец. Всё, наконец-то. Фу. Вон, какие-то сандры опять висят. Да, ну их нафиг. Спереди еще рукастые, головастые. А, ну эти как-то быстро ушатывают, слава тебе, господи. Что это? Фу. День я берегу фиг с ними. Тут здесь что-то синенького. Ага, сейчас, погоди, я погляжу. О, да ладно. Господи, мне показалось. Думала, блин. Что такое? Там показалось, что плюс что-то там 100. Подожди, не убегай, что-то. Mm-hmm. Блин, я даже не знаю, брать. Нет, наверное, не надо. Так. Да, здесь тупик, я просто посмотреть хочу. Ой, ёлки, не надо. Очевидно было. Ну, если ушатываться достаточно быстро, если здесь были 4 руки, это было бы печалька. Ну да. Не, я думала, может... Что, здесь в этом тупике ничего нет?
Думала, может, что-то хорошее есть, а тут ничего нету. Да ладно. Вон же. Нет? Нет. Нет, там ничего. Нет, ничего абсолютно. Ловушка. Сволочи. Ловушка. Господи, опять. А, блин, захолебала. Бесит. Куда она приземляется? Передние враги. Ну, конечно, зашатали. Зачем? Зашатали? Да, блин. Вот весело сейчас, сейчас тебя еще зашатают. Вот мы долго будем упорно делать вообще. До сюда. Лучше поднимешь, потому что как бы она еще здоровая. Сейчас. Пока она прошивает. Да хватит, блин, самонаводящимися хренями пуляться, да господи. Смотри, они все, блин, нацелены на меня просто. Летят прям в голову. Могу, раздражает. У меня, кстати, сейчас жестко все лагать начало прям вообще. Да, кстати, у меня теперь ты телепортируешься. Да? Угу. Ладно, давай, правда, попробуем здесь остановиться. Или где-нибудь там сохранение есть впереди? Да что-то нифига нету. Забавно. Мы совсем пришли. Видишь, Анжолите я ответила. Угу. Вот, кстати, цель уже. Мне столько сохраняешь, все, мне больше ничего не надо. Тут сохранение. А, кстати, о, я теперь тебя поняла, что ты имеешь в виду. У меня теперь такое с тобой. Ой. Вау. Чувствую, нам не дадут, да? Сохраняешь перед боем. А цель достигнута? Так это уже достигнута цель. А. Чё, сохраняешь и нет? Блин, да давай вообще. Тогда здесь остановимся. Здесь наверняка автосохраняешь была, я надеюсь. Я надеюсь. Ну, в общем, ладно. В общем, ребят, в следующей серии, мы надеемся, действительно будет последней ветки с Джейн, потому что ее уже как бы пора бы завалить и все. В общем, если эта серия долгая и немножечко нудная под конец вам понравилась, ставьте пальцы вверх, в общем-то, подписывайтесь, не пропустите финаль. А, в общем-то, с вами была Дизита Зибан 77. Ира. В общем, всем удачи и пока-пока. Пока, ребят.